Вот это клюв. А? Да. Не хуже твоего. Такие клювы выдают на небесах. По 6 рублей за штуку. Какое счастье, что Ося не унаследовал его, этот твой клюв. А, кстати, сегодня наша очередь убирать квартиру. Thanks. Алло! 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 Алло. 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 Алло, мама, это я. Ох, Иосиф, это ты? Я. Мама, ты меня слышишь? Слышу я, слышу. Ты откуда? Да. Я тебя слышу. Откуда? Иосиф звонит из Америки. Алло, да, алло, как да. Как там погода в Нью-Йорке? Сынок, единственное, чего мы хотим от жизни, это снова тебя увидеть. А что? Что ты делал вчера вечером? Мыл посуду! А, это хорошо. Это очень даже хорошо. Мыть посуду полезно. Мыть посуду очень полезно для здоровья. Как вы? Да, у нас все по-старому. Расскажи лучше о себе. Что ты ешь? Ты не голоден? Ничего, я только и делаю, что ем. Он говорит, что ест все время. Все он врет. Спроси, что он ест. Что ты ешь? Сейчас, например, ел омаров. Что это? Что это омары? Ну, как что? Тебе объяснить? Ты раков помнишь? Раков? Да. Ну да, помню. Омары еще противнее. О. Иосиф живет в страшной нужде. Он вынужден есть всякую гадость. Ося! Алло! Алло! Алло, мама! Я не слышу! Я не слышу. Алло! По-моему, Иосиф серьезно болен. И у него нет денег на лекарства.